на саммите в Циндао и в докладе председателя КНР и в выступлениях других лидеров Шанхайской организации сотрудничества было очень много сказано против протекционизма. И было принято решение предпринять дополнительные меры для борьбы против торгового протекционизма и для улучшения системы торговых отношений государств, членов ШОС, заявили о том, что все они являются сторонниками открытой, честной, справедливой и взаимовыгодной торговли. Только так, только по этому пути можно успешно развиваться всем странам. Протекционизм – это путь в тупик. Никто более реального и более оптимального формата не предложил. Что шанхайский дух – это через обсуждение, через то, чтобы слышать друг друга, поиск общих решений. Я бы так сказал, шанхайский дух – это через многообразие, сохраняя многообразие, к общему успеху. Вот в моем понимании, что такое шанхайский дух. Они, по моему убеждению, полностью соответствуют интересам человечества. Мне очень бы хотелось, чтобы поэтапно, постепенно Шанхайская организация сотрудничества расширялась, и чтобы шанхайский дух постепенно стал мировым духом.